Что меняется для владельцев недвижимости с 1 марта 2023 года? Аренда земельного участка без торгов. С 1 марта граждане и фермерские хозяйства могут без торгов арендовать земельные участки муниципальной или государственной собственности для сельскохозяйственной деятельности. Срок аренды до 5 лет. Нельзя будет менять целевое назначение земли, передавать участок третьему лицу, сдавать субаренду, использовать как уставный капитал или паевый взнос. Также с 1 марта получить из ЕГРН выписку с персональными данными собственника можно будет только с его согласия. При согласии собственник подает заявление в ЕГРН. Правила не касаются нотариусов, совладельцев, арендаторов и арендодателей недвижимости, супругов и наследников собственника объекта недвижимости. Ссылку закона на полный перечень я оставлю в описании к видео.